Мы с Дорохом были в Амстердаме. И он мне говорит, я прочитал про музей Ван Гога. Мы пойдем туда, но перед этим мы зайдем в кофешоп. Я говорю, Дорох, пойдем просто в музей сходим, у нас не так много. Он говорит, нет, мы идем туда. Мы заходим, и нам предлагают, вот есть кексы. Я говорю, давай возьмем по кусочку кексов, съедим и пойдем. Он такой, давай, два, по два, пожалуйста. Давай, пожалуйста. Ой. Мы гуляем такие, все классно. Мы заходим, нам дают аудиогид. Я иду по этому музею, я понимаю, что это такая грустная хрень. Ему было очень тяжело в этой жизни. Он не мог найти себя. Очередная ссора с братом его в конец разбивает. Как, брату позвонить, что ли? Не пойму. А мы еще разошлись с ним. Ну, это трехэтажное здание, знаешь. Я выхожу и просто жду его. И выходит сверхгрустный Дорохов. Вот таким ртом. Он выходит такой кудрявый и говорит, не надо было два.